14 октября семикратному олимпийскому чемпиону, лучшему гимнасту 20 века и нашему земляку Николаю Андрианову исполнилось бы 65 лет. В этот день воспитанники спортивной школы имени Толкачева, друзья и родственники гимнаста пришли к его памятнику, чтобы возложить цветы. Андрианов – человек с большой буквы, достойный уважения и подражания. Несмотря на свои достижения и всемирную известность, он не забыл родные края и всегда оставался преданным своему первому и единственному тренеру и воспитателю Николаю Толкачеву. Вячеслав Юденич, знавший Николая с детства, рассказал, что семье Андриановых приходилось непросто. В ней было 5 детей. Отец их покинул рано, оставил матери 4 дочери и младшего Колю, сына. Вот, естественно, тяжело было жить. Времена были тогда полуголодными. И вот Толкачев, чтобы он не хулиганил, не ездил, не лазил по садам, он забрал к себе жить. И они жили вот в этих домах вместе. И он его воспитывал. Коля был такой хулиганистый поначалу. Вот почему Толкачев его и взял, чтобы, так сказать, направить на правильный путь. В этот день было сказано много теплых слов в адрес прославленного гимнаста. Николай Андрианов прославил себя, и прежде всего он прославил Владимирскую область, Россию. Он выдающийся спортсмен. Никто не мог его преодолеть в жизни, победить, потому что он обладал великим силой. Иван Денисов, воспитанник детско-юношеской школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева, мечтает участвовать в Олимпийских играх, как и Николай Андрианов. Собрались мы сегодня по поводу завтра у Николая Ефимовича Андрианова юбилей 65 лет. Участвуем. А в каких? На олимпийских одеждах в Брянске. Недавно были соревнования в Орле. Здорово. Какие места занимал? Первые, вторые. Все присутствующие тепло вспоминали Николая Андрианова как человека и с большим уважением отзывались о его вкладе в формирование Владимирской и Российской школы гимнастики. Алина Алексеева, Максим Палагин, Губерния 33.